О, сам принес вообще. Вообще молодец. Сосноборцы, друзья, смотрите, электрическая тема в полном разгаре идет. Все-таки мы скоро поменяем двигатель внутреннего сгорания на электрические автомобили. А пока мы занимаемся самокатами. И сегодня пришла удивительная посылка из Москвы. Это вот 25 самокатов, которые придут к нам в Сосновый Бор, и которые с завтрашнего дня будут на наших дорогах. Так что смотрите, Ninebot — лучшая модель. Правда, нас заставили ограничить скорость до 25 км в час. Но неважно. Пользуйтесь, и станция будет стоять. ЛАЭСе, то есть, ребят, вы можете из дома добираться до ЛАЭСа при помощи самоката. Это полезно, здорово, воздухом дышите. А по быстроте это намного быстрее, чем на автобусе или на своем, не дай бог, личном автомобиле. Особенно если у вас джип какой-нибудь здоровый там. Так что, пожалуйста, сейчас самокатов хватит в городе у нас на всех станциях. Стоит много, качайте приложение Boozy Fly. Пользуйтесь этой темой, она будущее. И чем быстрее мы раскачаем эту тему, тем быстрее у нас появятся электрические автомобили, тем мы будем спасать нашу природу, которая задыхается уже от выхлопных газов. И это экологично, чисто, полезно и классно, и модно еще вдобавок ко всему. Давайте эту культуру Сосновому Бору мы распиарим и первые покажем, что Сосновый Бор передовой во всех отношениях. Благодарю.